geschlachtet und bat sich zu einem Quartier. Sag euch alles dortige Kaffee, die Leute was und alt zu geigen und liegen auf dem grünen Band und hat der Kunst die Welt zu zeigen. Sie halten hoch die Bocke, setzen und streiken Wacke, doch es will nicht klappen. Hey, rote Affe, lasst euch nicht entrappen. Natürlich geht das die Flasche, es ist ja kein Idee. Du nimmst den Wasser bei, machst du noch zum Alte, der Weine mit der Idee. Ich bin der Brasche, geh dir nur behalte. Dann werden wir uns sonst uns nicht bemühen und unsere Musik entzückt noch weit und früher. Man setzt sich um, denn wenn es geht, die Fresse drum. Gewachsen, jetzt gehen ich auf die Spur. Schreien und wir essen, nein, wird es gelingen, wenn wir uns nur in eine Leiche bringen. Man nimmt auch hübsch in eine reiche Platz. Doch nach wie vor bleibt es einfach durch diesen Platz. Nach Eifiger hat man nicht mehr erwogen, mit sanftem Geschrei, woran man tut sich so betrogen. In welcher Ordnung denn zu sitzen sei? Anders gelangen wir die Nacht hierbei. Die vier bitten sie, der Streit zu schnitten. Nur um das Quartier einzurichten. Tür, Kids und sicher auf die Spur. Wir haben Noten, haben Instrumente. Sag uns nur, wie man sie zündete. Und diese Kühe, mein ich, nur meine mit Ohren, die etwas Feine sind geboren. Wer sägt die Nacht gegangen? Seht's, wie ihr wollt, in keinem Fall. Seid ihr zur Musik erkoren? Thank you.
Thank you.
Ну вот, мы и собрались. И стоит вам окинуть взглядом зал, вы сразу убедитесь, что метро и трамвай, а отчасти и собственные экипажи, даже смею думать, запряженные рысаками ландо, из конца в конец прошивали для этого Лондон. И все же меня вдруг одолевает сомнение, если правда, как говорят, что Париж открыт, закрыт проезд, и подписан мир, и не так уж холодно для такого времени года, и за такую цену и то не снимешь квартиру, и в гриппе самое опасное осложнение, если я спохватываюсь, что забыла написать насчет течи в леднике, и посеяла перчатку в поезде, если кровные корни вынуждают меня истово трясти руку, протянутую, быть может, не без колебаний. 7 лет не видится. Что ж, самой Венеции. Вполне где удобно, же вы теперь обретаетесь? Хотя, может быть, но вы нисколько не переменились. Что ни говори, война есть война. Если разум пробивают такие легкие стрелы, и по законам человеческого общежития едва выпущена одна, уже наготове другая, если из-за этого кидает в жар и вдобавок полыхает электричество, если чуть не каждое слово тянет, как водится, поправки, расшаркивания и оговорки. Расшевеливает желания, амбиции и тоску. Если все так, и плывут на поверхность шляпки, боа, фраки и жемчуг на галстуках, неужто же мыслимо? Что именно? В том-то и заковыка, что с каждой минутой труднее сказать, отчего, вопреки всему, я тут сижу, не умея даже припомнить, что именно и когда в последний раз это испытано мной. Процессию видели? Король, кажется, замерз. Нет, нет и нет. Да, но что именно? Она купила дом в Малмсбери. Можно ее поздравить. Мне же, напротив, совершенно очевидно сдается, что ее, кто она ни на есть, можно послать с легким сердцем к чертям. Со всеми квартирами, шляпками, чайками. И так, быть может, сдается сотни дам и господ, которые тут сидят, парадные, защищенные оградой мехов, жемчугов и довольства. Ну а я-то сама тоже мирно сижу в золоченном кресле и раскапываю погребенное прошлое, как все. Ибо, судя по неким знакам, все мы, если я не обманываюсь, что-то силимся вспомнить, что-то из-под воль ищем. И к чему суетиться, беспокоиться о покрое костюма, о перчатках, застегнуть или нет? И вглядываться в это пожилое лицо на темном фоне картины. Лишь минуту назад оно было оживленное, светское, а сейчас вот печальное, замкнутое, словно подернулось тенью. За стеной настраивают вторую скрипку, не правда ли? Выходит. 4 черные фигуры с инструментами усаживаются подле белых квадратов под световой линией. Покоит смычки на пепитрах. Дружный взмах, трепетание и, глядя на музыканта напротив, первая скрипка отсчитывает. И раз, и два, и три. Вихрь, шквал, напор, взрыв! Грушевое дерево наверху горы. Бьют фонтаны, сыплются капли. А волны роны мчат глубоко и полно. Летят под мостами, разметывая пряди водорослей. Полощут тени над рыбой, серебряной рябью бегущей ко дну. Затянутой, а это трудное место, засасываемое водоворотом. Плеск, брызги, ранят воду острые плавники. Поток дымится, кипит, сбивает желтую гальку. Крутит, крутит, вот отпустил. Падает, падает, вниз, вниз. Но нет, сливается кверху нежной спиралькой. Тонкой стружкой, как из-под аэроплана. Выше, выше, 100 раз прекрасные, добрые, веселыми шагами. С улыбкой идущие по земле. И шалые, бывалые рыбачки, присевшие под мостками греховодницы. Как дивно гогочут они и галдят. И ступают в раскачку, в раскачку. Да, мелодия, как все его мелодии вообще, приводит в отчаяние. Я хочу сказать, вселяет надежду. Да, так что я хочу сказать? Вот ведь ужас с этой музыкой. Тянет, знаете, танцевать, смеяться. Есть пирожные, есть мороженое. Пить сухое, терпкое вино. Непристойный анекдот между нами тоже был бы очень кстати. Чем старше делаешься, тем больше любишь непристойности. Ха-ха, вот мне смешно. Но отчего? Вы ведь ничего такого не сказали. Да и тот старый господин. Но позвольте.
Нас несет дальше грустная река. Луна заглянула под вислые ветви ивы, и я вижу лицо твое. Печаль, я слышу твой голос. Печаль, и птица поет, радость, когда мы проходим под ветвями. Радость. Что ты шепчешь? Сплетенные, как блестящие под луной камыши. Сплетенные, неотторжимо сращенные, стертые болью, обтянутые грустью. Трах! Лодка тонет. Там расплылись, взмывают, истончаются, становятся мутным призраком, и призрак огненным острием рвет с боем слышно, как из моего сердца. Для меня поверьте, распечатывает мою печаль, растопляет жалость, затопляя любовью бессонничный мир, и не сбавляет, не унимает нежности, но ловко, тонко плетет свою вязь, плетет, пока расколотые надвое не срастутся. Взлет, схлип, и покой, и печаль, и радость. О чем же тогда грустить? И еще спрашивать, что? Еще чего-то хотеть? Ведь все улажено. Да, уложено на покой под покрывалом из розовых лепестков, осыпающихся лепестков. Осыпаются, ах нет, перестали. Один лепесток завис на немыслимой высоте, как крошечный парашютик под невидимым аэростатом, и кружит, трепещет. Ему до нас не долететь. Нет-нет, я и не заметила. Вот ведь ужас с этой музыкой, дурацкие мечты. Вторая скрипка отстала, вы говорите? Эта старая миссис Манро пробирается к выходу. С каждым годом хуже видит бедняжка, а тут такой скользкий пол. Безглазая старость, седоголовый сфинкс. Сейчас стоит на тротуаре, подзывают строго красный автобус. Как чудесно, как дивно они играют, как. Язык без костей, самопростота. Перья на соседствующей со мной шляпке пестры и приманчивы, как детская погремушка. В щели занавеса зря вспыхивает платановый лист. Как. Для чего хорошо? Двое влюбленных на траве. Если, сударыня, вы благоволите принять мою руку, я бы и сердце вам верила, сударь. Сверх того мы оставили тела наши в пиршественной зале. Эти на мураве только тени наших душ. Значит, это обнимаются наши души. Лимоны и лавры кивают. Лебедь отталкивается от берега и сонно плывет на стремнину. И что же? Он провожал меня по коридору и на повороте наступил мне на кружевную оборку. Я вскрикнула «Ах!» Я остановилась, нагнулась. А что мне еще оставалось? А он обнажил шпагу, сделал такой выпад, словно кого-то пронзает насквозь. Крикнул «Безумие! Безумие!» И я завизжала. А принц, он что-то писал на пергаменте в эркере окна. Вышел в скуфейке и туфлях, оттороченных мехом, сорвал со стены рапилу. Дар короля испанского. И тут я сбежала, накинула этот плащ, чтобы было не видно порванную юбку, и сбежала. Но тише, охотничий рог. Господин так проворно отвечает даме, и она так взлетает по лестнице, и так остроумно обменивается любезностями, что речь их разрастается до страстного вздоха, теряет слова. Но смысл остается достаточно ясен. Любовь. Смех, век, ладица, благословение небес. И все это покатывает веселой волной. Все растворяется в дымчатом небе. Покуда серебряный возлит уже подзвержавший луны, близится, возводит конвой шагу, возвещает прочность на колонне или возвещает о победе влюбленной. Гром побед, лязг избы. Прочное положение, твердые основы, марш миллионов, смятение и хаос, повержены в прах. Но город, к которому мы идем, не из камня. Он не из мрамора. Висит на земле. Стоит и пугает. И не улыбки на флага навстречу. Пусть же сгинет ваша надежда на радость пьяных пустынь. Открытое наступление. Голые колонны, безжалостные, они не отбрасывают тени, сверкают, темнеют. И я ретируюсь. Я больше не хочу ничего. Я только мечтаю уйти, найти свою улицу, узнавать дома.
кивнуть зеленщице, сказать горничной, когда она откроет мне дверь. Какая звездная ночь. Доброй ночи. Доброй ночи. Вам сюда? Увы, мне туда.
Thank you.
of age and a greater coming together is responsible for the speed of the passing time. It's 6 months now, and I can tell you truthfully, few periods in my life have passed so quickly. I think the combination of age and a greater coming together is responsible for the speed of the passing time. You.
few years in my life have passed so quickly. Thank you.
different brutality. Incessant noise. The experimental chemistry of food. The ravings of lust. Hysterical. Sometimes even calculating, seldom employing histrionics, except as a test of the reactions of others. I read much, exercise, talk to gods and inmates, feeling for direction of my life. I am excellent, physical, and emotional. Different brutality, the incessant noise, the experimental chemistry of food, the ravings of lost hysterical men I can act, with clarity and meaning I am deliberate, sometimes even calculating. Their emotions in time.
blessings, so am I dealing with my environment. Я хотел бы представить участников сегодняшнего концерта. Это FX-квартет и ICQ Project, Владимир Жарко, барабаны. Антон Дрессер, кларнет, Live Electronics. Сергей Гребцев, бас-гитара, Live Electronics. Ольга Демина, виолончель. FX-квартет в составе Николай Солонович, виолончель. Шамил Саидов, альт. Артура Дамян, скрипка. Видео, которое вы сегодня смотрели, монтаж видео и съемка Григорий Цыганов. Декламация текста в произведении Ржевского Валентина Лукьянова. И один из главных участников проекта, если так можно сказать, Ася Соршнева, скрипка. И, в общем, тоже один из главных участников проекта, Евгений Субботин, скрипка. Вы были на концерте Move Your FX Quartet vs ICQ Project в клубе Козлова. Спасибо! Победила, как вы понимаете, дружба.
Спасибо.